человек, сотрудник полиции, вот, найди там человека. Добрый вечер, Астрахань! Мы рады приветствовать всех на празднике живой удивительной музыки, яркой, чистой, громкой, трогающей сердца. Второго фестиваля духовых оркестров «Фанфары Каспия». Сегодня в Астраханском Кремле состоится плац-концерт духовых оркестров участников фестиваля. Совершенно необъяснимая эмоциональная реакция возникает в человеке, заслышавшего музыку духовых инструментов. Звук медных труб зачастую ассоциируется у нас с четким шагом бравого солдата и военным маршем. Но несмотря на всю строгость и громогласность, звук духовой музыки в первую очередь олицетворение доброты, света, спокойствия и мира. Дорогие друзья! Давайте наградим всех участников события громкими аплодисментами! Thank you.
оркестровой службы штаба Южного военного округа, заслуженный артист Республики Северная Осетия и Республики Ингушетия, полковник Виталий Гагунский. Концерт открывает военный оркестр 183-го учебного центра Министерства обороны Российской Федерации. Он был сформирован в 2014 году на базе 834-го учебного центра в городе Зерноград Ростовской области. В дальнейшем передислоцирован в город Ростов-на-Дону. Занял территорию бывшего прославленного Ростовского военного института ракетных войск и переименован 183-й учебный центр Министерства обороны Российской Федерации. Служебно-творческая деятельность оркестра разнообразна. Она включает в себя участие в военном параде во знаменовании победы в Великой Отечественной войне. В составе сводного военного оркестра Ростовского-на-Дону гарнизона обеспечение других памятных мероприятий с участием первых лиц Ростовской области. Концерты в парках и скверах, плацконцерты и, конечно же, плодотворную работу, способствующую развитию курсантов учебного центра, строевой слаженности и эстетическому воспитанию будущих выпускников. Встречаем военный оркестр 183-го учебного центра Министерства обороны Российской Федерации. Военный дирижер, майор Сергей Файзулин, город Ростов-на-Дону.
Дорогой своей на арке, с новой службой. Наш путь
оркестр 183-го учебного центра Министерства обороны Российской Федерации, город Ростов-на-Дону. Ваши аплодисменты! Оркестр 187-го Межвидового регионального учебного центра. Этот военный оркестр начинает свою историю с 1 декабря 1976 года. В это время 512-й отдельный понтонно-мостовой батальон, дислоцированный в Волгоградской области в городе Волжский на острове Зеленый, был переименован в 93-ю учебную инженерную бригаду с введением нового штата, в котором был военный оркестр. С 2010 года он участвует в обеспечении Парада Победы в составе сводного оркестра Волгоградского гарнизона. В 2013 году военный оркестр 187-го учебного центра принимал участие в первом туре смотра конкурса военных оркестров. Ежегодно коллектив обеспечивает торжественный выпуск младших специалистов инженерных войск, активно участвует в культурно-досуговой работе, проводя концерты в войсковой части, посвященные праздничным датам. Ваши аплодисменты военному оркестру 187-го Межвидового регионального учебного центра. Руководитель оркестра майор Бауржан Агисов, Волгоградская область, город Волжский.
военно-оркестр 187-го Межвидового регионального учебного центра. Волгоградская область, город Волжский. Наш класс-концерт продолжается вступлением восстановленного коллектива. Военно-оркестр 369-го центра обеспечения Объединенного управления Черноморского флота. Его история берет свое начало более 75 лет назад, когда в городе Севастополе был образован военный оркестр экипажа Черноморского флота. В 1966 году оркестр был переформирован в 34-й военный оркестр штаба Черноморского флота. В 80-е годы оркестр штаба Черноморского флота достойно выполнял поставленные командованием военно-морского флота СССР задачи по обеспечению официальных визитов кораблей Черноморского флота в страны Средиземноморья и дипломатических миссий руководства Советского Союза. С 1996 года по настоящее время оркестр демонстрировал свое искусство, радуя поклонников духовой музыки в Болгарии, Румынии, Турции, Сирии, Египте, Тунисе, Греции, Франции, Италии, Португалии и Черногории. В 2012 году 34-й военный оркестр Черноморского флота переформирован в военный оркестр 369-го центра обеспечения управления Черноморского флота. На протяжении всей своей истории он продолжает оставаться визитной карточкой Черноморского флота Российской Федерации, с честью представляя нашу страну с ее Черноморским флотом как в городе-герое Севастополь, так и за рубежом. Встречаем военный оркестр 369-го центра обеспечения Объединенного управления Черноморского флота. Руководитель оркестра, капитан 3-го ранга Александр Селиденко. Военный дирижер, капитан 3-го ранга Станислав Жиров. Город Севастополь. Thank you.
Thank you.
369-го центра обеспечения Объединенного управления Черноморского флота, город Севастополь. Коллектив был создан в 1949 году на базе Ворошиловградского музыкального училища. Он является постоянным участником всех городских и республиканских мероприятий. В 2007 году оркестр принимал участие в международном фестивале шахтерских духовых оркестров в городе Сен-Этьен, Франция. Позже стал обладателем гран-при международного фестиваля «Фанфары Ялты». Одержал победу и получил гран-при 5-го межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары первого салюта город Орел», посвященного 450-летию города. В 2020 году оркестр был участником 6-го международного фестиваля-конкурса «Воронежские духовые ассамблеи имени Халилова», где занял 1-е место. Возглавляет оркестр профессор, заведующий кафедрой оркестровые инструменты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского, заслуженный деятель искусства Украины Сергей Йоса.
духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Приветствуем военный оркестр 20-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа. В 1946 году войсковой части 61-861, расположенной на территории Красных казарм, он был сформирован из числа музыкантов, вернувшихся с фронта, и военных воспитанников. За годы своего существования оркестр активно участвует в политической и культурной жизни города Сталинграда-Волгограда. Встречает многие зарубежные и правительственные делегации. Обслуживает воинские ритуалы с участием роты почетного караула. Среди званий – лауреат премии Ленинского комсомола, призер всесоюзных и всероссийских конкурсов военных оркестров, лауреат всероссийских и международных фестивалей оркестров, лауреат всероссийских фестивалей конкурсов в номинации «Лучший оркестр Юга России». В 2009 году оркестр вошел в состав 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Вместе с оркестром вы увидите показательные выступления стрелковой роты почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады. 28 января 1968 года на Мамаевом кургане в зале воинской славы произошло установление воинского поста. Наряду с несением караульной службы, рота участвует во всех мероприятиях, проводимых командованием Северо-Кавказского округа и Волгоградского гарнизона. Торжественные встречи президентов, перезахоронение останков советских воинов, парад 9 мая – ни одно это событие не обходится без военнослужащих роты почетного караула. Ваши аплодисменты! Военный оркестр 20-й отдельной мотострелковой бригады. Руководитель оркестра майор Анатолий Никитчин, военный дирижер майор Виталий Сергованцев и стрелковая рота почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады, командир роты майор Игорь Данилов, город Волгоград.
военный оркестр и стрелковая рота почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады город Волгоград. Дорогие друзья, безусловно, военные оркестры – это особый уровень мастерства. Следующий коллектив тому – яркий пример. Военный оркестр 4-го государственного центрального межвидового краснознаменного ордена Красной Звезды полигона Министерства обороны Российской Федерации, образован в 1948 году. За время своего существования он неоднократно завоевывал призовые места в различных конкурсах и фестивалях военных оркестров вооруженных сил в городе Москве и городе Волгограде. Его отличает не просто высочайший профессионализм, а способность осваивать и знакомить зрителя с новыми формами преподнесения духовой музыки. Военный оркестр 4-го государственного центрального межвидового краснознаменного ордена Красной Звезды полигона Министерства обороны Российской Федерации. Руководитель-дирижер майор Владимир Нуждин. Город Знаменск, Астраханская область. Песня моя.
Военный оркестр 4-го государственного центрального межвидового концентрационного ордена Красной Звезды полигона Министерства обороны Российской Федерации. Город Знаменск, Астраханская область. Из главного города Героя Севастополя фестиваль приехал еще один коллектив. Военный оркестр 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Берет свое начало 15 декабря 1967 года с момента образования отдельного полка морской пехоты Черноморского флота. За время своего творческого и ратного пути коллектив военного оркестра принимал участие во многих мероприятиях. Участвовал в походе кораблей Черноморского флота в дальнюю морскую зону с целью открытия памятника адмиралу Федору Ушакову. В международном кинофестивале в Греции с демонстрацией концертной программы. Военный оркестр участвовал в первом походе российских кораблей военно-морского флота Российской Федерации в Израиле и еще бесчисленное количество мероприятий высокого уровня. Военный оркестр 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Руководитель оркестра капитан Григорий Галушко, город Севастополь. Ваши аплодисменты.
мастерство вам продемонстрируют музыканты 24-го военного оркестра Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Этот коллектив неоднократно становился лауреатом всеармейских конкурсов военных оркестров и фестивалей, демонстрируя высочайший профессионализм как российскому, так и зарубежному зрителю. Он по праву считается одним из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации, свидетельством чему являются его многочисленные достижения. Оркестр штаба Южного военного округа объединяет в своих рядах музыкантов и дирижеров, многие из которых лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также удостоенные почетных званий. На нашей площади 24-й военный оркестр Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Художественный руководитель оркестра, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Андрей Головин. Военный дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах, майор Никита Бутенко. Город Ростов-на-Дону.
звание Южного военного округа. Дорогие друзья, военный оркестр, выступление которого вы услышите через несколько минут, гордость России. Его история и успехи заслуживают отдельного внимания. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Ведущий творческий коллектив Вооруженных сил Российской Федерации и один из самых известных оркестров мира. Он был основан 95 лет назад. Оркестр участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади. Коллектив достойно представляет отечественную военно-музыкальную культуру на международных фестивалях, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом. Репертуарная палитра коллектива необычайно широка, от произведений русской и зарубежной классики до музыки современных композиторов. Оркестром осуществлена признанная эталонная звукозапись государственного гимна России, а также запись антологии русской военной музыки, которые хранятся в Гостелерадиофонде. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурынин. Дирижер оркестра, подполковник Константин Петрович и лейтенант Игорь Клюнников. Город Москва. We'll be right back.
площади Астраханского Кремля сводный военный оркестр 2-го фестиваля «Фанфары Каспия». За дирижерским пультом начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, генерал-майор Тимофей Константинович Маякин. Thank you.
18 сентября в 19 часов на набережной реки Волга у центра зимних видов спорта состоится театрализованное представление «Наследники Петровой славы» и заключительное выступление участников второго фестиваля «Фанфары Каспия». Мы приглашаем всех астраханцев и гостей города окунуться в атмосферу духовой музыки. Всего вам самого доброго и до новых встреч!